Привет, мой друг. Это город Санкт-Петербург. Там люди ходят, погода шикардос. Вот. Ну а ты на канале «Жизнь Перекупа». И это наш проект, очередная серия проекта «От резины до машины». Пока я был здесь в Питере, там в Новосибирске, мы купили автомобиль. Кстати, автомобиль, по-моему, первый с проекта американского производства. Что? Какой? Я его еще сам не видел, ну то есть человек смотрел и все. Единственное, что я видел, это отчет автокода. Сейчас сюда прикреплю его, кстати, можешь посмотреть. И сам можешь пользоваться тоже автокодом, потому что там можно проверить тачки, допустим, на залог в банке, на ограничения, юридические всякие моменты, там ДТП, не ДТП, сколько количества хозяев и так далее и тому подобное. Поэтому обязательно, ссылочка будет в описании под роликом. Заходи, пользуйся, там есть абонентская плата на месяц, можешь покупать один отчет. В общем, куча полезной информации можно получить с данного отчета. Сейчас пример сюда добавлю, посмотри, и может быть он тебе пригодится. Вот. А по нашему американскому другу скажу так, что купили мы его недорого, по цене «Жигулей», наверное. Ну, таких, скажем, более-менее целых. Ну, а как и что по состоянию, детали, все расскажу маленько позже. Сейчас у меня самолет. Я сажусь на самолет, лечу в Новосибирск, и уже завтра покажу тебе наш американский автомобиль. Всем добрый день. Ну, как вы поняли, я уже в Новосибирске, уже тут, я не знаю, лето полным ходом идет по сравнению с тем, что было в Питере. Но, если честно сказать, уже неделя времени прошла. В общем, по тачке, которую я купил, пока я был в Питере, Chrysler Pacifica, как он называется, не знаю. Кстати, сейчас отчет сюда выложу, с этого, с автокода. Посмотрите, прям такой нормальный отчет для данной тачки. Ни одного ДТП нету. Кому интересно, кстати, можете пользоваться автокодом. Ссылка будет в описании к данному видео, ну, под внизу, короче, в описании. Там есть платные, ну, на месячные подписки, есть одноразовые и так далее. В общем, сами разберетесь. Много полезной информации для тех, кто хочет купить или занимается автомобилями. Ну, в общем, сейчас как бы не об этом. Сейчас поедем смотреть Chrysler. Я его еще... Ну, короче, так скажу, я уже видел, просто... Момент какой. Я видео записывал и, короче, все поудалил. Ну, поэтому сейчас поедем с вами, нормально запишем, покажу вам, что купили. Вот. При том, что покупка была интересная, я вообще ничего не это. Не видел даже, не по телефону, просто мне фотки скинули, сказали цену и какие проблемы. И все, я там человека отправил, он поехал, забрал его на автомобиле. В общем, как-то так. Все, едем. Что у нас тут на улице? Народу куча, потому что там пробка наверху на ГБШ. Ну, кто знает, тот знает. Как выглядит стартовая страница. То есть, когда вы уже забили там ВИН или госномер. Кстати, можно по госномеру проверять. Люди удивляются, когда я говорю, скиньте госномер, а не ВИН. Они говорят, обычно ВИН просит. Я проверяю по госномеру. Ну вот, в принципе, достаточно зеленая. Единственное, ПТС-дубликат. А так зелень, все. Хорошая очень у него история, у этого американца. Ну вот, география, где машина была, Московская область, Калининград. И еще один, вот они номера, которые на ней стояли. В общем, на вот любую строчку можете нажать. Вот, к примеру, ПТС-дубликат. И он вас ведет вот сюда. Дубликат выдавался, вот периоды владения. В общем, очень много-много различной информации. Фотографии есть старые. Такая. Если здесь также есть вот расчеты, где они, ну вот залог, лизинг, ДТП, расчеты. Но их нужно приобретать отдельно, поэтому будьте внимательны. Заехал, кофейку взял. Вот она, Тиана. Кстати, висяк конкретный, потому что у нее расчеты по состоянию, точка целая. Расчеты есть и никому не нужна. Как это обычно бывает. Тоже с подборщиками разговариваем.
люди автотеку покупают вообще просто бумагу, как бы состояние особо никого не интересует. Ну, ладно, это уже отступление от темы. Вон, видите, что происходит? У нас здесь вообще машин немного ездит. Но из-за того, что там пробка на основной дороге, все сюда едут. По Крайслеру, на самом деле, если быть до конца честным с вами, я его посмотрел, когда приехал, сфотал, как он есть. Мы его завели, в принципе, все нормально. Я его выставил на продажу за 200... сейчас скрин, короче, сюда сделаю, вставлю. 200, сколько-то там, 70, что ли. Купил его за 160 тысяч рублей. Выставил, в общем, на дром. И мне предложили обмен. Обмен на Nissan Primera. Уже человек смотрел этот Chrysler. Все его устроило. Он знает, что с коробкой. Они просто... Ну, в семью ищут такую машину большую. Примера 2001 года выпуска в кузове P12. Сейчас я вам ее покажу, но она грязная. Там тоже вложение по мотору, по ходовке, но она на ходу. И по кузову там, правда, надо одну дверь покрасить. Ну, как бы, я думаю, нормально. Но он приехал, посмотрел, я ему говорю, какие твои предложения? Он говорит, ну, я, короче, полтинник могу добавить. Все, вот он полтинник добавляет, он уже вчера купил аккумулятор новый. А потом, ух ты, примеры ключи забыл. Потом что еще? Короче, и это, и колесо мы сделали. Колесо было спущено. Ладно, сейчас попробую записать Крайслер. Вот он наш автомобиль. Его мы купили. Мотор норм, коробка не едет, пороги гнилые, но есть в кузове, ой, в салоне еще лежат пороги, листы. В принципе, номер тоже есть, а машина с учета снята, но если вы отчет смотрели, вы все это видели. Вот еще резина к ней, но это колесо какое-то вообще левое. Вот. Это то, что касаемо Крайслера. Это тоже Примера, которая выросла уже. Ой, Примера. Тиана. Вот салон. Короче, такое состояние. Это вот то, что касаемо нашего Крайслера. А вот другой автомобиль. Это Nissan Primera. В кузове P12. Что на что выйдет, подведем попозже. Сейчас как бы, ну, это не совсем удобно, не совсем уместно. Еще тут у меня человек проезжал, у него что-то замкнуло, что надо ему помочь. Сейчас план какой? Сейчас нам надо вот это, ну, сейчас мы на это документы напишем. Потом надо вот это увезти к Боре туда в яму, чтобы Боря с ним занимался. Все. То есть, и уже по концовке я вам все расскажу, покажу. Ну, все как обычно. Нам сказали, что он не ездит. Точнее сказали, масло заливаешь, он едет. А по факту, короче, оказалось, он начинает буксовать, когда пытается переключиться на вторую передачу. Вот такие дела. Это мы выяснили уже в процессе. А мы его поставили просто на механику, положение коробку на первую передачу. И он спокойненько едет. Значит, вопрос, возможно, вообще в соленоиде. Либо не знаю в чем. Ну, короче, на первой передаче едет спокойно. Вот такие дела. Так, ну, документы с Примеры уже вот они лежат. Как бы все, сейчас остались, мне 50 рублей переведут. И как бы все нормально. Место знакомое здесь, кто живет в этом райончике, я думаю. Все знают Бориску, нашего специалиста. В общем, сейчас к Боре. Снимут коробку, там, короче, диагностируют, не знаю, что они делать будут. Мне как бы это уже не мои дела. Мне самое главное, вот я пацана отправил, чтобы... В общем, ему как-то это, по деньгам его разгрузить. Я как-то к чужим деньгам отношусь, ну, как к своим, короче. Иногда помогаю людям экономить их деньги. Вот такие вот дела. Ну и в конце сейчас я его провожу там. Попытаемся посчитать вообще. Хотя сейчас, наверное, сложно посчитать,
сколько, что, такая серия у нас непонятная будет. В общем, купил Крайслер вот этот за 160, плюс пятерку вложил за доставку, там туда-сюда, 165. Вот, получается, премьера мне приехала, которая стоит около дома, за 115 тысяч. Я думаю, неплохо, 2001 год. Вот, сколько мы заработаем, это тоже вопрос такой хороший, не знаю пока вообще. В общем, как-то так, ладно, сейчас мы свое дело доделаем. Так, короче, Крайслер мы поставили на ремонт. Говорил я уже, что там что-то с коробкой. В общем, ну на первой едет она, и то на механике. Пытается переключиться на вторую передачу и не переключается. Вопрос, сейчас многие начнут задавать, почему ты не стал сам с ней заморачиваться? Ну, потому что у меня цель быстрая, а там много делов с ней. Я вообще планировал ее там за 160 взять, там за 180, за 200 отдать и забыть. Вот, но так получилось, что сейчас время смутное, вообще люди что-то неохотно тачки покупают. Плюс это Америка, Крайслер, чистая Америка. По салону, конечно, он шикарный, я имею в виду большущий капец, просто кожаный салон. Ну, понятно, что там 2003 год, он подуставший, но все равно он кожаный салон, все там горит у него. Электрорегулировка сидений, как на Мерседесе, здесь на этих, на обшивках. Ну, в общем, реально шикардос. Вот. Ну, заниматься не стал, потому что Америка, много времени надо, короче, дел много. Как говорится, как пошло, так пошло. В этой серии нам особо деньги считать нечего, да? Поэтому посчитаем все, как говорится, в следующей серии. Друзья, если досмотрели до конца, огромное спасибо. Подписывайтесь на мой Дзен, Яндекс.Дзен. Скоро он будет там что-то с контактом связано, потому что контакт его выкупает. Но суть не меняет. Ну, как-то так, друзья. Все, спасибо за то, что смотрите. Если есть тачки по низу рынка, предлагайте. Если нужно проверить тачки, пожалуйста, приложение Автокод. Ссылка будет в описании к данному ролику.